В Актобе пропавшего 9-летнего мальчика нашли мертвым. Тело Бержана Ирсаинова спасатели обнаружили в двухметровой канаве с талыми водами. Она впадает в реку Женишке, где последние 5 дней тщетно искали пропавшего ребенка. На воде в камышах спасатели обнаружили. Это приблизительно где-то 800 метров от того места, где эти дети вот играли. С утра уровень воды как раз вот упал и в реке Женишке, и вот в этой канаве. То есть везде немножечко уровень упал, и вот тело всплыло. Ученик 4 класса Бержан Ирсаинов пропал 13 апреля после полудня. Ближе к вечеру родные забили тревогу. Начались поиски ребенка. Последним, кто видел Бержана, стали двое соседских детей. Но они лишь ночью рассказали, что Бержан упал в воду, начал тонуть, плакать и звать на помощь. Однако дети испугались, убежали домой и ничего не рассказали взрослым. По словам родных Бержана, мальчики по-разному описывали произошедшее. Один из них говорил, что Бержан запрыгнул на льдину и его унесло течением. По словам второго, Бержан упал в воду, когда играл. Складывается ощущение, что дети боятся говорить правду, рассказывала мама Бержана. Поиски ребенка велись 5 дней.